50-й советский Первомай. На Красной площади праздничный парад. С речью выступает министр обороны СССР, маршал Советского Союза Гречко. Перед мавзолеем великого Ленина проходит колонна участников военного парада. Марше ракеты. Советские вооруженные силы имеют самую совершенную боевую технику. Она находится в умелых руках воинов, всегда готовых выполнить свой патриотический и интернациональный долг. Эстафету праздника принимает юность столицы, физкультурники и спортсмены. На площади москвичи, участники первомайской демонстрации. В нерушимом единстве партии и народа залог новых славных побед нашей Родины.